барабан, спасибо. Спасибо, давай, давай. Спасибо, дудки. не надо. Мне дорого. И не надо ни дудки, ни барабан, не надо. Дудки, короче, раньше. Где мне с ней дудеть? Вот скажи, друг, где мне с ней дудеть? В городе? В Салавате? На свадьбах? Ты мне объясни, где мне с ней дудеть? Вот так, так же играть. Где? По улице буду ходить играть? Молчишь? В чем сила, брат, ты мне скажи? А? В чем сила, брат? 300. 300, отлично. В деньгах ты думаешь, да, сила? А да, сопровождай нас музыкой. Давай. Большой. А это? Там трек будет. Из Титаника сыграй. Нет. Титаник. Это что? Шкатулка. Шкатулка? Нет, не надо шкатулку. Нифига себе. Коль, тебя заинтересует. Шкатулка супер-пупер. Шкатулка. Да. Матч? 700 рублей. 700. 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Короче, что спрячешь, забудешь. Сколько? Я охренеешь потом. 200. What? 200. 700 рублей. Не. Спасибо. Спасибо. Нет, нет, ну пойдем. Вот не отстанут тебя. What? 150. 200 now. Ну, а его цена 150. Друг, давай, друг, 500, давай. Да нет, нет, 200. Нет. 500. Нет. Да, нас интересовало. 300, давайте, 300. До свидания, спасибо. 300. Нет, 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 нет. 200. 450. Да 200, я тебе говорю. Окей, си, 2 кока, 2. 2 кока. 2? Сколько? 2 за 300. А че ты? Давай, друг, 300, давай. 2 за 300. А жена 300. Нет, 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 нет. Давай 200, давай. Нет. Давай 200. 200? Да, давай. 200. Давай 200. Сейчас подожди. За 200. Нормально, нормально, адекватно. Ну 600 предлагал. 600. Твоя цена сколько? Я говорю, 200. Ага. Ну он все, ну пожалуйста, пожалуйста. Да, все, 200. Ага, ага. Шкатулку взял за 250. Рыбу, ну прикольная там рыба. А Колька взял кошку за 200. А он там что дальше делает? А он слона еще предлагает. Чё? Там как будто энергия, электричество, если так можно назвать. Вот этот шум электричества слышу. Ну с той стороны там всего горит. Куча. Но здесь нет, здесь это реально прямо энергия, по ее можно. Это
всех по-разному, но все чувствуют практически все. Давай. А то он тут в очереди не стоят. Лучше давление, если здесь напряг. Если нет напряга, он спокойно. Что? Не почувствовал. Коля, ты? Это дело привычки. Например, в Индию первый раз приехал, я потом приехал в Россию, я уже в православном храме. Коль, сними. Что почувствовал? Ничего не почувствовал. Ничего не почувствовал. Заходишь в храм, сразу чувствуешь. А до этого в России жил как-то в Индии, как в Муру, в православном храме. А сейчас я, собственно говоря, сон. И у меня вот буддийский, индуистский, христианский. Нет. Я не могу сосредоточиться, когда очень. Может, мы выпили, я тоже не могу сосредоточиться. Может, мы выпили за это, и нифига толком ничего не чувствует. Очередь еще стоит над душой прям. Закончилась на сегодня экскурсия, пришли мы на ужин в этот же ресторан, просто другой зал. Сейчас выберем, что покушать, потом будет... Олег, потом заселение в отель, да, будет? Потом едем в гостиницу 20 минут. 20 минут еще будем ехать. Девочка со школы опаздывает домой. Все, мы поужинали. Ой, что-то плотненько так поели. Я что-то не доел спагетти. Заказал спагетти с грибами, с сыром. Пасту, вернее. И салат с чаем. За все отдал 315 рублей. Сейчас едем в отель. Попытаюсь сейчас заснять на сотовый. Это дурдом. Вышли, короче, с Колей прошвырнуться по этому городу, Харьков. Или как называется. GoPro оставил в номере. Побоялся брать. Что-то вообще рубашку купил себе 900, да? Вот смотрите, что творится на улице. Это вообще. Такие фрукты, сказали, анжу называется, 1 килограмм 60 рупий. Сейчас, подожди. Thank you, bye. Короче, за 50 он отдал. Слышь? Анжу. Или анжур. Ладно, в номере. Попробуем. Так. Это цветы, наверное. Офигеть, бля. Вообще... Классный запах. Блин, зря камеры не передают запах вот этих цветов. В туалете после этой... Да, да. Ландыши, ландыши, да? Ну, по венки вообще, ландыши. Называется на веревочке они. И куда нам ее? Пошли, сэнкю! Блин, ну запах вообще обалденный. Решили купить, блин. Да, да. Тебе понравился запах? Очень. Классно, да? В туалете. А чем он поливал ее? Водой? Прызгал? Духами. Который пахнет ландышами, да? Так, это автовокзал здесь. Обратно решили поехать на моторикше. Моторикше доехать до отеля, до нашего. Hello! How much? 50. 50, айда.
за 50 договорились, блядь. Блядь. Плиз. Децл там проедет. Децл? Децл, да, я сейчас проеду. Так, подожди. Ты воду поставил? Нет. Да, местная. Местного, да? Все, стартуем. Let's go. Let's go. One minute. You're ready. I give the money. One person there is staying there. I give the money. One minute. Okay. Sure. Okay. Без понятия, одну минуту чуть просто. Пойдем. Let's go. Let's go. Сейчас я вернусь. Ты говоришь на балконе. Пять минут. Сейчас мы приедем. Ну, может. Он чем завел-то, блядь? Он на себе его чернуха. Так вот и запилет. Да-да. Едем на рикше. Поехали! Конечно! Я сразу вспоминаю дисциплины. Тими, ача. Вот где-то здесь будет этот продуктовый, надо будет ему говорить стоп. Вообще прикол. На моторикше, блин. Где-то. О, как гонит прям чувак! Вот где-то здесь сейчас, смотри. Да. Короче, мы Кока-Кола. Может, вот здесь вот будет где-то. Вот, наверное, что ли. Ну-ка. Maybe we can try that place. Так, ну. А, yes. Thank you. Водил, забыл опять куда ехать. Сейчас читает опять. You go to Solid Hotel? Yes. Solid Hotel. That way, my friend. That way. You will go to the hotel? Hotel. Oh, okay. We won't go to the hotel. Here, another card in the... Before that. Ты давай еще прямо. Блин, ну вот эта ручка, конечно. Вот эта ручка, он замочен, блин. Едем прямо. Сколько пришли, с города погуляли, сидим на общей кухне. Виски, кола, фрукты взяли, вот это вот. Даже не помню, как называется. Сейчас покажу, какой он. Вот какой он на свет, красноватый, зернышками. Ладно, здесь музыка играет. Комната для молитв, для релаксации. Тут, наверное, они принимают, там, не знаю, благовония какие-то там. Так, это не хостел, это, ну, как общий зал получается. Так, тут три комнаты. Комната на замках вся. Телефон. Общий выход. Сейчас я вам покажу, сколько тут замков. Раз, два, три, четыре. Вот выходим на балкон. Такой балкончик, лифт. Мы на четвертом этаже. А нет, мы на третьем. На третьем, да. Тут лестница есть. Сейчас закроем. Thank you.